Пострадавшим от китайского туроператора «Жемчужная река» необходимо предоставить документы в страховую компанию до 12 января. Об этом сегодня сообщили члены Алтайской региональной ассоциации туризма. Напомним, на днях всех барнаульских туристов, которые не могли вернуться домой с китайского острова Хайнань, доставили в Россию. Сегодня представители турагентств рассказали о том, на что могут рассчитывать обманутые туристы, а их тысячи по всей России. Необходимо обратиться в агентство, где они приобретали путевку, и написать заявление, первое, о расторжении договора в связи с неисполнением туроператора взятых на себя обязательств. И второе, необходимо направить в письменном виде претензию туроператору с требованием о возврате денежных средств. После этого нужно собрать все платежные документы для страховой компании туроператора. Сделать это надо до 12 января. Алтайские туроператоры отмечают, вернуть деньги за путевку будет не так просто. У «Жемчужной реки» более 100 миллионов рублей долга перед туристами, а страховая компания по договору гарантирует выплатить туристам в 10 раз меньше. Поэтому пока непонятно, как горе-оператор будет расплачиваться с клиентами. В Алтайской региональной ассоциации туризма предупреждают, что у «Жемчужной реки» могут появиться последователи.